Пердуны ебаные, блядь. Шика, в хули твой детейлинг, блядь. Фортик. Свежачок. Заебись! Закрывай. Ой, сейчас нажрёмся, накуримся. Мать! Алло, блядь! Все будет ебаным. Самый главный аргумент в путешествии. Дима везет нас в аэропорт, мы вылетаем через сколько там время? 7:40, через час вылет. Погода радует. Солнце. И песня очень хорошая. Твое бы тело так загорело. Твое тело так загорело. Твое тело. Не по-баровски. Солнышко. Лето. Твое тело. Хабаровск Сити встретил, ну чё там по припевам, блядь? Твоё тело так загорело. Мы приехали в Тойоту. Summit Motors нам выделила на поездку в Благовещенск Toyota Fortuner. Этими ножками шагаем туда. Спасибо, пацаны, что смотрите это дерьмо. Пойдем. Ты. Вот на нем поем. До свидания. На моем стаконе и он убивает печень. Фортик. Свежачок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Димон. Главное, мультимедия есть. И отдал ей целый табл. Табл. Мой стек очень жирный, ведь он хорошо похавал. Время 8:40, и мы с будой курим дабл. Дабл. Моча позаряжен, но и мне нужен дабл. Как нормальный пацан, еду, руку наверх положил, все, катим по Хабаровску, конкретно. Вместо золотой цепочки веревочная. Врываемся в узбечку, восточное кафе, сейчас нажрёмся, накуримся. Бра. Полгода не виделись. На тебе я белый, меня респектуют негры. У меня есть белый больше, чем жопа Аллегра. Если ты про экшен, я могу это все. Must have. Я, кстати, у Ружейникова видел наклейку Must Have. Я все подсекаю. Но. Дима, когда нас будут табаки спонсировать? Утречка. 6 утра мы выезжаем в Благовещенск. Мать! Алло, блядь! Закладки, пацаны, закладки, блядь! Взял? Все, стартуем в Благу. Я солдат, недоношенный ребенок. Да и че, пацан? Стеклышки протереть, еба, нахуй. Протри. Трасса сложная, говорят, башка и вот так вот имеем, а вот это вот здесь не похоже. Вот это напульсники автоспортивные. Так вот, я нашел им охуенное применение. I've been in the valley, you ain't been up off that porch now. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Бедолаги. О-о-о. Самый главный аргумент в путешествии. Сейчас побалдеем чуток. Ну-ка, притяжданька. Шиндрахну. Макс. Камчатка клоудинг. Ванес. Контенту быть. My Audemars is iced out. Ice cream, soft serve. Prescription pills, prescription weed. Drink prescription cough syrup. My swag belong on the show. Блядь, ты куда собрался?
Машину, блядь, собрался. Машину обслуживать или что? Вот так вот у нас тачка загружена. А я еще хотел 4 баллона сюда упаковать и положить. На шее могли бы повешать, в принципе. Так. О, уже сгрузили. Все на месте. С Хабаровска во Владик, с Владивостока в Хабаровск и с Хабаровска в Благовещенск. Сейчас разрулимся с редукторами. Блядь, вот теперь весело. Макс рядом, вообще охуенно. Я могу по***нить. Братан, братан, ты такой резкий. Кстати, держи камеру, сука. Вась, не ху**ить чип, нахуй. Давай скорее, блядь. Ты чё, молоток у нас есть? Да пизда чем-нибудь, ё**ный рот. Да вон топор лежи-ка. Мы поставили редуктор со второго этапа, который немного его подрегулировали. Теперь все крутится, винтится. Сейчас мы сюда все прикрутим и поедем. Че, резьбу сорвал? Пацаны. Вы, с**ки, пердуны ебаные, блядь. В квартире воняет пердежом. Заехал на мойку в Благовещенск. Блядь, охуенный город. Братец, надо сделать идеально, блядь. Вот это сервис, пацаны, вот это сервис, смотри. Шиков, хуй детейлинг, блядь. Тут пацаны нормальные. С югов отмывают, дай бог. Ты кто, блядь? Самопал конкретный, блядь. Баки. Ну, это точно русские делали. Локация просто обалденная, она на видео смотрится совершенно по-другому. Виталя помогал, спасибо. Пиу-пиу-пиу. О-о-о, полегче, ну и он подальше. О-о-о, привет. Слушайте, ну тут очень круто, мне вкатывает. Благовещенск, one love. Точно так же, как Петропавловск-Камчатский, но совсем по-другому. Костя, ну отойди, дай люди проедут, пожалуйста. Константин, это папка Дэн Дрифт. Костя, ты вчера бухал, походу, да? Пойду с Максом Ситхом поздороваюсь, а то он меня опять отхуй. Здравствуйте. Максим, здравствуй. У нас, да, у нас. Люди любят Шумилки на Егора. Ты знаешь, что ты будешь моим постояльцем в моем влоге? Хоть не 18 плюс. Конечно же. Ну ты хочешь, можешь ты без одежды еб. Можно, да? Тогда будет больше просмотров. Охуенная трасса. Максимально. Это самая крутая трасса в Владивостоке. Здесь бэм на большом углу. Прыгаем, вот это бам-бам, всю-всю, бам-бам-бам, вот это вообще шмах, блях, блядь. Да вот это вот утираем тут, блядь. Это утираем. Пол сначала вытер, а потом вытер кузов. Так правильно делать. Все, ну, вопросы есть, вопросов нет, ну, свободный, давай. Это 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18 колес. Вот приобрел боксы, тележка. Бензин на солнце стоит прям хорошо. Обвес. Грязная рука. Что там, Макс?
сломался задний рычаг. Поменяли. Короче, стрейка полный пи***ц. Возле ножика, смотри. Ох, пацаны, как обычно, классическая схема с рейками. У нас чуть-чуть потекла, я решил, что лучше стоит поменять. Алёша спит? Уснул. Ну-ка, Макс тоже спит. И Макс уснул. Все спят. Я не знаю, как выразиться. Точно такая же история, как и в Хабаровске. За полчаса я успел прокатиться 3 раза по трассе. И на последней там затычной дуге пришла пи***ть в коробке. Иди нахуй отсюда. Я в аху. Опять без тренировок еду этап. Все будет хуй. Че, пи***а? Да, потому что она сцепа вообще, она такая охуевшая. Ну, она ее новую брала. Она прям вообще ничего не введенная, прям вообще всю ваху толстенная. Все, все. Че, грузим коробку, погнали? Блядь, прям пи***ц, это уже не хватит шутки. Давай, потащи. Веселые истории в журнале. Ералаш. У нас теперь новая коробка. Этой. Она полностью работает, но гудит. А что поделать? Хуй тут движ, Париж. Ой, малой. Здорово. Максим, как дела? По-моему, эта штука потом ставится. Какая? Да, братан. Я все понял. А, тут, сука, дикий пес. Давай, сейчас эту на помойку, эту ставим, блядь, летим. Примерно час мы поменяли коробку, залез в Кресту. Коробка, конечно, блядь, не первой свежести, далеко. Спускаемся. Ну давай, сладенько. Ну-ка, пощелкай передачу, да. Веселую историю. Экран покажет наш. Пацаны, здорово! Братан, что такое? Коробка меня. Вообще с***, да? Да, чуть-чуть. Это благо нахуй не дается. Мотор починили, форсунки, все? Да, мотор починили, форсунки починили, нахуй. Подвеску поменяли переднюю, нахуй. И сейчас коробочку поменяем. Все, мы приехали, сейчас готовим, наряжаем, ставим. Дима. Братишки мои, вот эти вот, все, блядь. Все, тут все грязно, как обычно, короче. Все через очко. Как в идеале лучше сделать телефон для трансляции? Чтобы он вот так как-нибудь цеплялся? Ну, было бы неплохо. Все заняты своим делом, а спотера нет, поэтому будем подрубать трансляцию. И после заезда буду перематывать, смотреть свой проезд. Ну, иначе никак. Это у одного дяди из Санкт-Петербурга мы посмотрели. Да, Дима? Да, Леша. Дядя Кабаргин, привет! Наконец-то выехал на тренировку после замены коробки. Коробка, если честно, которую мы поставили, ребятам огромное спасибо, но к сожалению, она не, ну,
не в хорошем состоянии, так скажем. Но я очень буду надеяться, что все будет хорошо, и мы проедем до Талова. Да-да-да, пацаны, да-да-да-да, колеса катаем. Стой, матовые надо поставить. Ну, братан, мы же не за скварщики. О, все, понял, все. Глянец. Все, братан, привет, мой сладкий. Как дела? Да, вот. Все, выезжаем на квалификацию. Ласточка моя, блядь. Когда-нибудь ты не будешь ломаться и капризничать. Взял футболочек, кепочек. Будем сейчас на этом, построение точно. Будем раскидывать, балдеть, кайфовать, угощать. Выезжаем на парад участников. Заняли 3-е место в квалификации. С Константином едем. Марк, Ваня, Конищева. Это супер ласточка. Это кто? Правильно, Коля Чудайкин. Именно он. Стиль бит имеет бешеный. Вот он! это Денчик. Все его знают. Все. Какое место занял? 9-е, 9-ка. 9-9-9. И это светотехника из города Петропавловск-Камчатский. На пароходах, самолетах добирался к нам Алексей Козлов. На Toyota Cresta, красивейший автомобиль в прошлом году. По итогам года RDS-GT он завоевал первое место. Так, я решил раскидывать футболки и две кепки. Закрываю глаза и кидаю. Кепуся пошла. Гайс, ловите. Откидываем! Нихуя сгорели, пацаны! Спасибо, ребят, спасибо! Миллион купюр на мне, но я не выиграл тендер. Банда едет низко, со мной калаш экстендер. Да мне 19, парень, я уже легенда. Когда станет 20 лет, я стану президентом. Мое имя Тей, по фамилии я на парк. Ну вот, мы видим начало заезда. Алексей Козлов первый. За ним, собственно, следует Константин Гаврилюков. Что случилось у Алексея с автомобилем? Такие дела. На этом наши соревнования окончены. Я грёбаный неудачник. Очень много тех сходов на этом этапе. Лёня, пару слов, что произошло? Блядь, полтоплива, блядь, 5-3, 5 спирт и так далее. Состояние. Бен, что произошло? Пошел, все поставился вроде, а потом есть, как лошара. А Владивосток есть у нас. Сходки мало, на кто присутствует, то мало. Ну что, блядь, борщевар, блядь, что ты нормально сделать никогда не можешь? Никогда, нам два ебдец, блядь, ты шара такая тебе была, блядь, два раза, нахуй. Надо Ниссан! Все должно происходить. Надо Ниссан, заебись. Прогресс. Такие вот штучки для паспортов. Камча шоп. Это люди. Вы видели эту фотку в Инстаграме? Yeah,
Два часа уже грузят, а? Два часа грузят. Максим! Как дела? Хорошо? Опухоль, опухоль. Ой, ай, ай. Это нормальная температура. 6 Г, да? Да, жары. Все лежим дома. Это был трудный этап, этап по минусу. Дальше будет только лучше. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Звоните в колокольчик.